Раннее утро 8 июля 1951 года. Сегодня день воздушного флота СССР. Любимый праздник советского народа. Как всегда, главное событие праздника – традиционный воздушный парад на Тушинском аэродроме. С утра сотни тысяч москвичей направились в сторону Тушина. У всех видов транспорта в этот день главный маршрут на Тушино. Тушино ведут все дороги, по суше и по воде. К аэродрому наведены специальные понтонные переправы. Зрители приготовились наблюдать за парадом вблизи аэродрома, на берегах Москвы-реки и даже у себя дома. До начала воздушного парада на эстрадах выступают коллективы художественной самодеятельности. В ближних к столице аэродромах участники парада заканчивают последние приготовления. Известный летчик-рекордсмен Яков Ростенко возглавит сегодня групповой полет 25 летчиков-спортсменов. Герой Советского Союза Марина Чечнева поведет женскую пятерку на спортивных самолетах. С ней летят Анна Бодрягина, Антонина Блинова, Анна Шмелькова и Мария Трико. Известная спортсменка Маргарита Раценская, Людмила Панасенко и Кела Уральская покажут свое искусство в полете на планерах. В финале воздушного парада участвуют женщины-парашютистки Елена Владимирская, Леонтина Волкова, Надежда Сковороднева, Мария Никитина, Инесса Коняева. Все готово к началу авиационного праздника. Тяжелые многомоторные корабли. Новейший реактивный самолет. Большой группой реактивных самолетов поведет полковник Долгушин. В этом году в воздушном параде примут участие летчики морской авиации. Их поведет полковник Фокин.
советских конструкторов, инженеров, рабочих созданы эти скоростные машины. Трудный полет на встречных курсах совершат военные летчики майор Фокин и капитан Лапшин. Подполковник Бабаев, ведущий в пятерке реактивных самолетов. С ним летят летчики Перовской, Пайкутин, Куницкой и Мантуров. Пилотаж на 9 реактивных самолетах совершит группа полковника Шульженко. На старт направляются сотни участников массового парашютного десанта. Праздник скоро начнется, а на пути к Тушино не прекращается поток новых и новых гостей. День авиации – это праздник всего советского народа. На аэродромах получен приказ о вылете. Самолеты выходят на старт. Первыми поднимаются в воздух летчики-спортсмены. Виктор Платонов ведет звено спортивных самолетов. Взлетают женщины-летчицы. Готовы к вылету и планеристки. Конструкция Пьесуха. Планеры направляются в Тушино на буксире у самолета. Каждая группа должна появиться над Тушином точно в назначенное время. Десантные самолеты. Тяжелые бомбардировщики.
ручных самолетов летчики ведут счет в долях секунды. Они взлетают позже всех. Последними уходят в воздух участники группового пилотажа на реактивных машинах. Ожидания. Среди гостей лауреаты международных сталинских премий мира Эриберто Хара, Эжени Коттон, Жюльо Кюри, турецкий поэт-революционер Назым Хикмет. В аэродром Центрального аэроклуба прибывают руководители партии и правительства. Праздника поднят. We'll be right back.
воздушный парад открывают 25 самолетов-знаменосцев. В строю летчики рисуют в небе слова, живущие в сердце народа. Слава Сталину! Начинается первое отделение праздника. В нем участвуют летчики добровольного общества содействия авиации. Звено спортивных самолетов. Его ведет Виктор Платонов. С ним летят водитель троллейбуса Леонид Курочкин и водитель поездов метро Дмитрий Лапин. Один работает на земле, другой под землей, а дружба их продолжается в воздухе. Входит пятерка спортивных самолетов Героя Советского Союза Чечневой. Летчица демонстрирует переворот со снижением. И вот последовательно, строго выдерживая дистанцию, выполняет петлю Нестерова. Эту фигуру летчики называют бочкой. Самолеты поворачиваются вокруг продольной оси. Пятерка плавной спиралью приближается к земле и в строю Пелинга покидает Тушинский аэродром. На подходе новая группа самолетов во главе с Яковом Форостенко.
видит летчик в момент пилотажа. И вот как это выглядит с Земли. Пилотаж в такой большой группе требует от летчиков абсолютной выдержки, высшей точности. Малейший просчет и общий рисунок полета будет нарушен. Кто же участвует в этом сложном полете? Там, высоко в небе, летят рядом мастер завода, шофер автобазы, учителя, инженеры, студенты. 25 спортсменов, научившихся летать без отрыва от производства. К Тушину приближаются планеры группы Рацинской. Через несколько секунд планеры освободятся от буксировочных тросов. Необычная для аэродрома тишина в небе. Не слышно гула моторов. Используя силу воздушных потоков, планеристки легко и свободно парят в вышине. Закончили пилотаж и пошли на посадку. Над аэродромом появилась новая группа планеров. Их ведут пилоты Гусев, Якубов и Чеботарев. Словно птицы скользят в воздухе эти безмоторные аппараты. Советские летчики совершают на них те же фигуры, что и на самолетах. Начинается второе отделение парада, посвященное показу достижений советской военной авиации. К аэродрому приближаются два реактивных самолета. На синем летит майор Фокин, на красном капитан Лапшин. Они продемонстрируют пилотаж на встречных курсах. Вот самолеты устремились высоко в небо. Где-то в дальних его просторах поворачивается вокруг своей оси. И снова идут навстречу друг другу. Еще секунда, и они встречаются у земли. Упорным трудом, долгой тренировкой оттачивает летчики искусство высшего пилотажа. При полете на встречных курсах самое сложное — пилотаж в облаках.
пейзаж заканчивается крутой коркой с восходящими бочками. На подходе к аэродрому 5 реактивных самолетов. Группу ведет подполковник Бабаев. Петля. Начали петлю. В таких сложных полетах проявляется чувство коллективности, свойственное советским пилотам. Наши летчики – умелые мастера группового полета. Праздника облачность затрудняла пилотаж на реактивных машинах. Но умелые летчики летают в любой обстановке, при любой погоде. Пилотаж закончен, пятерка истребителей покидает аэродром. Уже не 5, а 9 самолетов приближается к Тушину. Группу в составе 3 звеньев ведет полковник Шульженко. Петля. Начали. Пятка расходится по звеньям. Имельман. Переворот. Начин. Звено за звеном вся группа выполняет переворот. Thank you.
Пилотаж девятки закончен. Начинается показ новейшей советской авиационной техники. Над аэродромом самолеты созданы известными конструкторами Микояном, Лавочкиным и Яковлевым. Тяжелых многомоторных кораблей. Флагманский самолет сопровождают реактивные истребители. На Тушинским полем колонна многомоторных самолетов конструкции Туполева. Подходят реактивные бомбардировщики конструкции Рюшина. Колонну ведет герой Советского Союза, полковник Долгушин.
Проходят реактивные истребители конструкции Микояна. У зрителей прямо с Тушинского поля взлетают эти новые машины конструкции Яковлева. И едва начав разбег, они тут же отрываются от земли и круто поднимаются в воздух. Для взлета и посадки им нужна самая маленькая площадка. Внимание зрителей привлекают эти странного вида летательные аппараты. У них нет крыльев. Большой винт расположен над кабиной. Они поднимаются вверх прямо по вертикали. Это советские вертолеты конструкции инженера Миля. Поднимаются звеньями. Самолет-амфибия конструкции Бериева. Он может производить посадку на воде и на суше. Еще один морской самолет, летающая лодка. Начинается третье отделение праздника, посвященное мастерству советских парашютистов. Сейчас будет совершен затяжной прыжок. Внимание! 10 секунд свободного падения. Иванов, Перов, Архангельский, Кольцов, Бринзаров плавно опускаются на землю. Это прыгнули девушки-парашютистки.
приближается колонна самолетов воздушного десанта. Группу ведет полковник Щербина. На всех самолетах ждут сигнала к прыжку. Сигнал подан. Пошли! Отвага и смелость в нашей стране – это свойство не одиночек. В Советском Союзе парашютным спортом увлекаются тысячи юношей и девушек. Успешное приземление парашютистов подтвердило точный расчет штурманов. Праздника закончена. Советский народ гордится отвагой сталинских соколов и славит могучую советскую родину, идущую к коммунизму под водительством великого Сталина.